Вместе с весной к нам приходит удивительный праздник – Международный женский день. Накануне 8 марта в городском Доме культуры состоялось мероприятие, посвященное этому замечательному празднику. В Международный женский день славянские женщины принимают подарки и пожелания в свой адрес. Одним из самых приятных событий стало для них праздничное мероприятие. Лучшие творческие силы города и района, которые приняли в нем участие, порадовали всех собравшихся своим искусством. Тепло поздравил приглашенных с наступающим праздником весны глава Славянского района Роман Синеговский. Мы сегодня готовы вам сказать спасибо за многое, но самое главное, конечно же, это семья, это домашний очаг, это дети, это любовь, это вот та радость, которую вы нам даете. Как я всегда говорю, мотивация на какие-то добрые дела, на достижения, все это благодаря вам. Я, конечно же, хотел, чтобы вы все были живы, здоровы, чтобы был мир, чтобы была радость, чтобы... Наверное, в ваше сердце пришла весна сегодня, и вот эта радость, которая есть, она сохранялась благодаря вниманию ваших близких. Удачи, успеха, всего вам самого доброго от души. Прекрасные песни были исполнены популярными славянскими артистами, и большинство из них, конечно, были посвящены женщинам и любви. Много добрых слов прозвучало со сцены в этот день в адрес женщин. И славянские таланты всех возрастов от мала до велика постарались порадовать виновниц торжества своим искусством. Один раз в году бывает 8 марта, и каждый раз этот день наполнен улыбками, подарками, весенними цветами. И не случайно именно к этому празднику готовят певцы и танцоры свои лучшие композиции. Они знают, что искреннее искусство будет по достоинству оценено и удостоено горячих аплодисментов. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».